Здорово, Стрей. Спасибо тебе большое за все. Мы тебя смотрим из набережных Челнов. Здесь сидит Булат, Артурчик, Садриев, Бой Спирит, Ирекс. Привет передаем всем челнинским пацанам. Осуждаю, нахуй, пошел. Долбоебы, друзья твои долбоебы, опущенные. Пошел нахуй отсюда, черт. Блять, какие же долбоебы, сука, по пятницам приходят. Я просто в ахуе. Бля, я не знаю, кого взять. Может быть, шейкера взять? Кто-то любит лето всей душой, а кто-то ненавидит жару. Но все дотеры, без исключения, этим летом рады тому, что могут встретить каникулы на Epic Loot. Ну где ты еще можешь получить летнюю дотерскую атмосферу, а пройти опасные катакомбы вместе с Кункой в бесплатном режиме Treasure Hunter? Стоять. В бесплатном? Ну да. Раз в час фармишь пузырьки с ХП и пытаешься дойти до сокровищ. А за победу лутаешь награды, среди которых даже арканы есть. Ну и как я мог забыть о Summer Battle Pass? Стоит он 500 рублей, но для вас по ссылке ниже он бесплатный. АПш 15 левел получаешь первую аркану, АПш 30 получаешь вторую, 45 третью. А на 60 уровне лутаешь гарантированный дека-хук. Вся инфа и промо на 15% и пузырек с ХП для катакомб я оставил в описании к ролику. Заглядывай. Все, кто был до этого, ты навсегда затмил. Подумали тогда, что было так всегда. Весело ебаться все ночи напролет. Но утро наступило. Ой, блядь, долбоёбы, нахуй, боже. Клоун, давай прощаться, блядь, а ну съебались отсюда, клоуны. Я не хотел тебе говорить, но я твой дед. И нахуй, я ты долбоёб, блядь. Я смог скрыться в своем тайном убежище в Антарктиде и изобрести эликсир бессмертия. И нахуй, понял? Спасибо, что помогаешь распространять идеологию. Лучше бы ты своей бабуле этот эликсир дал, блядь. На ней бы всю жизнь, нахуй, до конца, сука, мира, блядь, ездили б мужики, нахуй, со двора, блядь. Блять, третья бабка. Это Виктор ебучий, долбоёб, блядь. Хуйни наставил и сидит, хихикает. Три косаря проебал, блядь. Хи-хи-хи-хи-хи, блядь. Хи-хи-хи-хи. Три косаря проебал. Хи-хи-хи. Бабку слушать. Дурачок, блядь. Фу, блядь. Заеб... Блядь. На топ иду, пацаны. Иду опускать гусей. Помогайте. Чё, стоишь, что ли? Нет. Просолено. Зачем покупать журнал с шутками, если можно его просто спиздить у твоей бабки? Она вообще часто теряет свои вещи. Только на моей памяти она потеряла девственность 10 раз. Иди нахуй, долбоёб, блядь. Я помню, большой, я помню, я знаю, большой, я знаю, большой, я помню, большой. Я помню, большой, что ты мастер, don't stop. Я помню, я помню, погасил свечи, загадал желание, чтобы этот вечер. Это трек. Обычно этот трек в гаче исполнении почему-то всегда ставили. Короче, пока не будет аганима, файта, походу, тоже не будет. Просто я пака убить не могу. А что если сделать вот так? Бля, очень долгое ТП, потому что его сделал дед. Ебать, там шишечки бегают. Гости в сборе, за исключением одного. Ни звоночка, ни записки от него. Именно так проходил день рождения Олега после того, как батя... Я крипов забрал у Чена, поэтому я считаю, что все норм. Я под волшебством, все равно... Здорово, здорово, пацаны. Все равно сейчас ульту я не реализую, а она быстро откдешится с волшебством. Соло. Вот так вот, ребят. Говорил, а ним куплю, выебу всю карту. Говорил, говорил. Сделал, сделал. Фаст БКБ делаем. Тут нужно БКБ. Но тут еще линка нужна, потому что против меня Дум играет. Сделал погромче, ребят. Кайфуем. Трек «Бардачок» поставил. Респект. Зачем, пацан?
же в май. Не страдать же по ночам, забил, но бывает. Так и травят разум, разумеется. Я не хочу туда пойти, так кажется, там дум походил. А кто осмелится? Чьи слезы пролиты во вред зазря. Сияет свиток из синтетики. Олег, привет. Зачем на шокера покупают огонь? В чем его плюс относительно блинка? Спасибо за ответ. Сейчас, погоди. Надоел матч Мейкер. Погоди секунду. Вот зачем, братан. Пацаны, ебашим, ебашим его. Он вот тут. Хорошо. Лучшее, ребят, просто лучшее. Вот зачем, братик. Видел, что сейчас происходило с Аганимом? То есть Аганим, он тебе дает статы, братан. То есть у тебя статы, плюс у тебя прыжок с тотема. Вов скинул, забирайте кому надо. У тебя статы с Аганима, плюс у тебя прыжок, и у тебя тотем сплэшует. То есть ты можешь с пиздюли вот так вот ляпать, и очень больно, и ты фармишь быстрее. То есть как бы плюс я играю на шейкере соло мид, понимаешь? То есть когда ты играешь на суппорте, тогда Аганим не нужно делать. Нужно делать блин, действительно. Но если ты играешь соло мид шейкером, то я считаю Аганим must have. Зачем на шейкера покупают Аганим? В чем его плюс относительно блинка? В том, что он дает статы и дает тебе тотем, который фарм... Ну, ты фармишь быстрее. То есть это также скорость фарма. Плюс у тотема КД меньше, чем у блинка. То есть блинк он КДшится сколько? 15 секунд, тотем КДшится 5 секунд. То есть ты за... с Аганимом даешь 3 тотема. То есть ты за эти 15 секунд 3 раза блинканешься, а с блинком 1, понял? Но опять же, если ты играешь на суппорте, тогда нужно блин. Но соло мид шейкер это, конечно же, Аганим. Потому что тут статема будет разъеб лютейший. Поэтому как-то так. Спасибо огромное за подгон. Пацаны, пацаны, ебашим его. Именно эту фразу батя Олега сказал друзьям перед тем, как отпилить стрим. После этого он швырнул. Что ты буровишь, блядь? А у тебя даже друзей нет, долбоёб. Вот ты сидишь злобный, бесишься, хуйню строчишь, блядь. Понимаешь? У тебя друзей нет, черт, ты один, нахуй. Запомни это. Один и останешься, нахуй. Таких, как ты, друзей не бывает. Бля, там Урса, конечно, потный. А 6 фрагов есть у кого-нибудь? Лол, у нас у всех по 3 почти. Я что, еблан? У меня что, снова трек не поставил? В смысле? Должен такая был? Такая очередь ебанутая? Очередь? В любом случае, спасибо за поздравление. Очередь, брат. С батей поссорился. Что вы далеко умираете? Вот и уехал. Спасибо огромное за донат, братик. Но я думаю, ты помиришься, никуда не денешься. Со всеми бывает. Вот, а по поводу трека там очередь. Я думаю, что ты его поставил. Просто надо подождать чуть-чуть. Эх, пацаны, чуть-чуть не хватило. Но я не мог тут не ворваться. Тут так сладко стояли ради мувиков четверых. Это must have. Просто у меня команда слабенькая. Они пошли, сдохли во вражеский лес все зачем-то, блять. Войд сдох, что-то хуйней занимаются. Ну ладно. Ебать, 6 фрагов у Усы, ребят. Поэтому игрок вражеской команды. Красные победили. А, подожди, у нас не на 6 фрагов. Это, понял, все, попуй. Забейте и забудьте. У нас ставка на не на 6 фрагов. Потому что на игру, кто больше фрагов, Уса или Войд делает. То есть у меня челы просто пошли во вражеский лес. Кстати, и сдохли все, я не понял зачем. Почему к стрею тянутся люди, ведь он был слишком... Да иди нахуй, алло, долбоёб, еще раз говорю, всем похуй на то, что ты буровишь. Понимаешь, можешь просто все деньги сразу задонатить и пошел отсюда нахуй. Вот и все. Понимаешь, всем настолько похуй, что ты буровишь. Бля, ну ты не заебался, передаю, брат. Передаю сообщение от моего деда. Здравия желаю, соратник ПО идеологии. Как там твой дед? Осуждаю и не одобряю, долбоёб. Ладно, у меня Войд руинит. А что делать? Такое тоже бывает, правильно? Просто там Урса 7-1, а у меня Войд 3-6, который, блядь, хуйнёй занимается.
пошел нахуй, долбоёб. Я честно считаю, что ты пальцем. Осуждаю, осуждаю и не одобряю максимально, долбоёб. Донатили. Я не буду Фисулину давать, вдруг он ТФАу захотел бы сделать. Бля, шмоток нет. Потому что всем похуй на тебя, ло, дура, блядь. Понимаешь? Пошел нахуй, черт, блядь. Да тебя всем похуй, тебя даже Google мужик не уважает, не говоря уже о том, что кто-то в чате. Съебался отсюда, попущен. Просто попуск нахуй сидит, блядь. Пожалуйся по ной в чате теперь. Давай, разрешаю ныть, я тебя уже опустил. Пожалуйся в чате, как тебя Лежа опустил снова, блядь. КМС по прогулу, вот он твой трек, слышишь? Ты поторопился нервничать и переживать. Ты забыл, что сегодня пятница. И поэтому как бы очередь из музыки может присутствовать. Как бы не первый раз же здесь. Ты должен знать, что по пятницам бывает. Как бы если трек поставил, то как бы просто жди его. Бля, как же я охуенно снизу файт провел, я до сих пор в ахуе. Когда мы минус 6 сделали, еще Урсу убили с Аегиса. Урса в баше, ребят. Блядь, смотрите, Буровит. Буровит, печатай, дура, блядь, печатай что-то. Да всем похуй на тебя, алло, блядь. Фразу повторял отец перед тем, как дура, блядь. Зато твой отец никакую фразу не повторял, потому что ему просто было похуй. Осуждаю нахуй пошел. Понимаешь, твоему отцу просто было похуй изначально на тебя, долбоеба. Поэтому ему даже повторять ничего не надо. Клоун, блядь. Бля, а долго БКБ будет активировано у чела, блядь? Почему он под БКБ бегает 10 секунд, нахуй? Пиздец, я стою, жду, блядь, а он в БКБ все время. Нормально, развел их на мувы. Не, у меня с таким вайдом тут все хуёво. Бля, шо, кристаллик сделать? Будем пытаться дамажить соло. Просто там чел на чене еще хилит. Там еще чел на чене хилит. Сейчас они все такие плотные будут. Оп, ебать. Ебать, напали, напали. Ля-ля-ля-ля, ебут, ебать. Тупо засада. Нет, тут Урса не отпустит, я думаю. Такого лайда. Музыка. Музыка. Охуенный трек. Под этот трек вообще по кайфу попускать бубну легенду было. Ебать, да шо ты хочешь? Так, а шо там по трекам? Я не знаю, там что-то будет или нет. Я не понимаю. Вроде бы должно. Это вроде твой был трек. А нет, там бардачок еще Мияги поставил. Вот так вот, ребятки, делаю погромче. Я сам будто тебя наказал, этим непониманием. Бля, ну помощь будет какая-то, ёбаный сыр, блядь. Просто почему я в соло должен тащить каждую игру, пока Войт в таверне, блядь, сидит? Гореть! Что ты, долбоёб, блядь? Я тебе сейчас ебало сломаю. Буду гореть и бить. Соло. Ебут! Вайда кто-нибудь видел, пацаны? Я помню, у него стата была 3-3. 3-8, нахуй, на воде. На воде 3-8, нахуй. Сейчас увидим купол. Сейчас увидим золотые купола.
Оп, ебать, не будет, пацаны, вот он. Ну ладно. На самом деле это тупо черт. Тут репорт и как бы... И забыли, так сказать, бывает. Ну это гусь со стрима. Поэтому бывает. Забыл, кстати, чатик замьютить. Это важно. Надо быстренько подмьютить. Пусть несут, пусть несут, пацаны. С этим айдом тупо впадлю даже. Время тратить. В отражении радость. Только не беспокойте. Ну тут изи для тех, кто на Урсу поставил, я думаю. Блин, надо его в додж кинуть, потому что, мне кажется, он долбоёб со стрима, который руинит. Потому что с таким хуёвым быть невозможно, мне кажется. Опа. Чем? Эта сука хочет денег, понятно нахуй? Денег захотел лёгких. Гусь, блядь. На нахуй, блядь. Понял? Лежать, я сказал. Я сказал лежать, блядь. Клоуняра. Попущен. Ух, ебать. О-о-о, охуевшая шмоточка. Приветствие, это донат для Славика. Знай, Славки, твой диплом аннулирован и тебя ждут в маке. Вонь ты поганый, надеюсь, ты научишься пользоваться душем, а воняет как от бомжа. Ха-ха, люблю тебя, стрейтоп. Спасибо за донат. Очень, очень интересно, информативно. Видимо, очень хороший друг у тебя, раз ты так с ним общаешься. Спасибо за донат. Гуру поставил трек. Ребят, я перечитаю все донаты после игры. Просто тут долбоёб легенда хуйню несет и портит атмосферу. Поэтому отвечу после игры, кому не ответил, если были адекватные сообщения. И разбаню, попробую не проебать. Я наверх. Раз уж такое дело, то гулять так гулять по полной. Спасибо огромное, чил. Еще за... Ребят, трек называется Marlboro. Я не в курсе, что за исполнитель. Если кто шарит, напишите в чате. Вот по ощущениям охуенный трек должен быть. Поэтому напишите в чате, кто знает, что за исполнитель. Спасибо огромное, брат, за 1000. Гореть! Гореть! Бля, Войд покажет сегодня Водоту или нет? Где Войд, парни? Купол там золотой есть уже? Клоуняра на чене попущен. Вайда, не видели с куполом, парни? Я не вижу, чтоб купол в КД был. Согласны? Купол не в КД, а он умер. Да ладно, что ж случилось, интересно. Соло. Попущен. Бля, какой же Войд хуёвый, боже, блядь. Хотя поначалу он мне таким не казался. Ну, без негатива, я просто не понимаю. Просто не пойму, вот реально, нахуя так быть? Нахуя так хуёво играть?
Просто, типа, бегал 3-3 или там 3-1, 3-2, потом просто ни одного купола не поставил. То есть у Вайдапа себе не купол был вот тут, ребят. Помните эту драку, когда я шестерых уебал? Вот тут был последний купол, больше не было. То есть, ну, нахуй он, что он делает? Сломался. Сейчас резница. Я байбекаться не буду, типа, быстрее закончим, быстрее next начнем. Но я считаю, я на шейкере безошибочно эту игру отыграл. Я разъебал пака на миде. То есть, у пака левел 23, у меня 22, это при том, что нам уже стороны сносят. То есть, я его убил, плюс я загангал топ, плюс я выиграл босс. То есть, я сделал максимум в этой игре, просто. Что тебя хуями кроет? Спасибо за 200, братик. Я не понимаю, ну, типа... Ты пиздец, чё за тип? Делаешь бабки на том, что тебя хуями кроют. Братан, это клоуны. Они это делают, это без агрессии. То есть ты должен понимать, что здесь сидит 2, 3, 4 клоуна, по пятницам их чуть больше, которые просто несут хуйню в донаты, просто без агрессии. То есть они это, понимаешь, одно пишут в интернете, а при реальной встрече, в реальной жизни, они общаться будут совершенно по-другому. Понимаешь? Найс, ДПС в куполе, братан. Полпака осилил, красава. Все, давай, увидимся в next катке. Вот, понимаешь, то есть это клоуны, это не хейтеры. То есть несут хуйню, им весело, им нравится, чтобы я их за каждый донат попускал, понимаешь? Им нравится, когда их попускают. Покидаем базу, пацаны, я считаю, что это самое грамотное решение в этой ситуации. Покинуть корабль, так сказать. Ебать, вот кто-то спрашивал про аганим, братан. Вот что такое аганим. То есть ты с пиздюли просто кладешь любую пачку и любого нахуй. КМС, спасибо еще за косарик. Раз уж пошла такая конечно. Спасибо за игру, пацаны. Войт 4.11, парни. Урса 22, извините. Керри не того мне закинула просто, чтобы эту игру играть. Конкурентно хотя бы. Так, ребят, расчет ставочки. Кто сделает больше фрагов, Войт или Урса? Урса, ставочка рассчитана, красные победили. Войт со стрима был, братик. Не обижайся на меня, если что. Как бы я не хотел тебя грубить и так далее. Просто, ну, очень хуево. Очень хуево сыграно прямо. Ну, ты не дал нашей команде конкурировать с вражеской. Потому что у врага был керри, у нас его не было. Вот, поэтому тебе стоит научиться играть на керри, прежде чем его пикать. Ну, может быть, конечно, перенервничал. Знаешь, у всех бывают хуевые игры. Но прям плохо, прям очень плохо.